Второй вариант мы будем использовать, когда соперника слишком такая прямая, сильная стойка, мощная. Он на пятках, и вперед его утащить не представляется возможным. То же самое. Проиграли. Захват не даем. В один момент мы заходим так же, только шаг теперь делаем не отсюда, а шаг мы делаем теперь вот сюда. Коленом продавливаем ногу под колено и к шее головой толкаем его назад. Вот сюда. Еще раз чуть быстрее. И первый вариант с этой стороны против левши. Ходить надо как можно дальше. У вас получился этот прием?